Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как я сделал своими руками для своего пацана очень даже симпатичную красивую игрушку. Примерно такую, как была у меня в детстве. Для этого мне потребуется жесть, деревяха, колесная пара от старой детской игрушки, разъемы высокочастотные, антенные. Собственно говоря, антенна от радиоприемника, немножко проволоки, гвозди, ну и инструмент. Для начала я заготовил себе небольшой рисуночек, то, чего хочу я сделать. Как раз по этим лекалам я вырезаю из жести щиток. Вырезал я его при помощи вот таких вот миниатюрных ножниц. Если вам кажется, что они не разрежут жесть, ну, пожалуйста, можете убедиться. Вот так, чудненько. Вот, дальше приступаем, собственно говоря, к боевой части. Ствол я делаю из антенны от радиоприемника. Бойком в этом стволе также будет служить меньшая по диаметру часть этой же антенны. Она свободно входит и может выталкивать снаряды. Я ее комплектую вот таким поршнем и потом вместе с пружиной от детской игрушки собираю в стволе. Ствол крепится на лафете, сделанном из вот такой дощечки, закрепленным жестяными скобочками с помощью небольших вот таких вот гвоздей. В принципе, все просто. Крепим ствол, устанавливаем поршень, делаем затворный механизм, и практически пушка у нас готова. Остается установить ее на колеса, при помощи проволоки закрепить спусковой механизм и установить бронированный щиток. Вот что в итоге может получиться. Щиток, изготовленный из жести, ствол из антенны, затворное устройство и боек. И вот такой вот спусковой механизм. Вот мы взвели нашу пушку, и орудие может стрелять. Осталось только снабдить ее колесами. Для красоты я монтирую колеса на кольца от стиральной машинки. Они у меня остались и абсолютно мне не нужны. И вот шикарное орудие времен Великой Отечественной войны у меня готово. С помощью этой пушки мой сын с удовольствием расстреливал уже солдатиков. Тем более, что подкалиберные снаряды можно всегда найти в хозяйстве. Допустим, вот такие вот металлические цилиндры с резьбой или без резьбы. Загоняем его в ствол. Орудие к бою готово. Плей. Улетело очень далеко. Ну вот. Всем пока.